Всем привет, мои хорошие, с вами Катя, это канал GG Family, и мы продолжаем доблестные сердца Великая Война. Так, мы играем за Эмили, которая находится в данный момент в плену, и нам фон Дорф там, или кто он, приказал, в общем, покушать, принести. Так, этот говорит, не пускает нас на кухню, говорит, напои-ка ты сначала нашу собачку. Сейчас мы ей нальем водички, вот. Так, водичку мы налили. Тут что? Давайте. А, все, тут больше ничего. Хорошо. Напомню, что мы в полку, где служит Карл, возлюбленной дочки Эмиля. Так, это что такое? Вода, огонь, потом сосиски. Угу. Опа, мы нашли фоточку. Эмиль? Эмиль? А, Карл к нам пришел. Мария. Как, говорит, Мария? Все с ней хорошо, типа письмо написала. Дорогой папа, мы живем в атмосфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе, и рана уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Вот урода. Люблю. И очень жду ответа. Да я поняла, что тебе пожрать надо. Так, ну-ка, держи. Давай, хватай. И потащили. Так, у нас тут все предельно ясно. Так, мы налили водичку. Это, наверное, зажечь огонь. Да. Зажгли. И теперь сосиски. Так, что, все? Теперь, наверное, везем жрать им. Я бы утопила прям в этом котле. Опа, какой-то обстрел начался. Ой-ой-ой, куда бежать-то? Ой, бежим отсюда. Ой-ой-ой, убегаем. Мне кажется, ли нас убило? Ой, песик. А, нас завалило. Так, ЛБ. О, мы собачку управляем. Ничего себе. Merci. Спасибо, говорит. Что такое? Там еще кто-то? Да что там такое? Что ты? А, я вот могу приказы давать, да? Собачке. Угу. Все, поняла. Так. Нет, а мы ему вот помочь можем. А, нет, это не Карл. Дирижабль, говорит. Дирижабль. Они на дирижабле улетели. Поняла. Так. Тут нет рычага у нас. О. А. Ну-ка. У нас же есть бутылочка. И... Давай, принеси собачку. О, какая умница. Так, мы можем... О, взяли. Хорошо. Все, теперь мы можем пройти. Собачка прям молодец какая, помогает нам. Шарик наш. Так. Угу. Мы можем либо туда, либо сюда сходить. Опа. Ага. Дальше что-то мы ничего не можем сделать. А, это вот для чего мы делали. Понятно, чтобы собачку поднять. Ой, меня чуть не забыли. Все, побежали.
Нам бы кандалы эти снять, на самом-то деле. Так, это все не надо. Так. Ага, куда-то она поползла, собачка наша. А, она сейчас вот тут, наверное... Вот, она уже вышла. Там прям война такая идет. Бой. Не на жизнь, а на смерть. Так, пошли. Да зачем ты это? Все, пойдем за мной, собачка. Будешь мне помогать. Так. Ух ты! Ничего себе! Подкоп у нас тут. Нормально. Так, здесь у нас что? Здесь... О! Блин, зачем? Я ничего кинуть не могу. Так. Ничегошеньки не могу кинуть. Бутылку бы? Тогда бы я смогла. Ну, это вот мы коллекцию эту собираем, в принципе, она там не знаю, зачем она нужна. Пойдем вот дальше. Ничего, нечего мне кинуть. Ни бутылки, ничего нету. Я так понимаю, что он что-то говорит, туда надо нам. А зачем нам туда? Там мы просто можем взять штучку и просто спуститься. Ладно. Бежим дальше. Блин, вот кандалы бы снять. О. Так. А. Так. Зачем косточку тебе? Может быть, сюда все-таки сходить? Или здесь нам нафиг это не надо? Ладно. Пойдем. Может быть, там дальше нам нужна будет эта косточка. А мы сейчас ее профукаем. А! Так. Вот. Чтобы нас не убило. Как тогда? Так, тут надо осторожно. Опа, тихо. А то бы сейчас взорвались бы опять. Что такое? Ой, колбасу увидела. Голодная собачка. Ты, батюшки, ну зачем ж ты полезла туда, дурочка? Сейчас они услышат это. Что нам делать-то? Что нам делать с собачкой? За несколько минут до этого по другую сторону фронта. Британские войска продолжали атаковать Нёв-Шапель. Их следующей целью был Порт-Артур. Так, мы опять играем за нашего друга. Так, дневник пока не доступен. Я все время называю Фрэнд, Фрэнни или Фрэми. Так, почему нам дневник-то не доступен? А, вот. Ей едва не настиг их, больше такой промашки я не допущу. Братишка прислал мне очень приятное письмо. Прочитав его, я воспрянул духом. Как хорошо, что он снова в Штатах, далеко от этого кошмара. У парня редкий талант, он постоянно попадает в какие-нибудь передряги. Так, Эмиль здесь, лежит на земле прямо передо мной. Почему именно его полк направили против моего? Надеюсь, он выкарабкается, этот мужик крепкий орешек. Нужно будет выяснить, в какой именно лагерь для военнопленных его отправят. Сегодня немцы захватили Сен-Миэль. К счастью, солдаты не тронули нашу ферму. Я спряталась в подвале с Виктором. Что тебе с нами будет? То есть они оставляют постоянно какие-то записи. Опа. Побежали, 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 побежали. Быстрей! Так, колючая проволока. Я тебя поняла. Все, давай, быстро. Оп. Ох ты, блин! Я думала, что та сзади меня, которая заденет. Нет. Поторопилась. Так, быстро, быстро.
оп, оп. Все, стоим, ждем. Все, ломаем и просто топим через эти болота грязи. Быстренько, быстренько. Все, еще. Взорвать что-то надо, да? Ты... Что это говоришь мне? Ух ты, нет, я его ж так убью. Так, тебе надо помочь, да? Так. А! Нет, нет. Так, еще раз. 2, 3, 2. А, все, поняла. Стоп. Два. Тебе 3 надо? Да нет, 3 возьми. И тебе спустись? В смысле, я же 3 дала. Или это 4 у тебя? Слушай, ты там разберись. Так вон же 3, я же тебе даю. 2, 3, 2, ну. А, блин, его переместить надо, ёлки-палки. Он же 2 поставил. Точно, его же надо... Вот, теперь... 2, 3, 2. А вот 2. Он же там уже поставил, а я его, блин, кидаю, думаю, чё он возникает? Чё ему не нравится? Чё, погнали! Какой-то араб. Ты хочешь все взорвать. Я вот это взяла бы на всякий случай. Давай, и... Бабах! Красавца! Теперь вот... Здесь сейчас пройдем. Так, тут какой-то склад. Какой-то нож нашли. Ой, ты что, наверх залазь? А, вот собачка и Эмиль. Быстрее, быстрее! Ёлки-балки! Я думал, что я Эмиля убила. Помочь? Надо готету раскусить решетку. Сможешь помочь? Давай. Бедная собачуля. Вот, побежала за колбаской, дурашка. Ну, он собачка спасла Эмиля, Эмиль спас собачку. А можешь как кандалы мне перегрызть? Конечно, давай. Merci, mon ami. Нельзя, тогда мы его спасли. Ты, говорит, фон Дорфа этого видел, говорит, козла. А ты, говорит, Карл. А, Карл у них, говорит. В общем, говорит, нам вдвоем нужно идти. У нас, говорит, в принципе, одна цель. И вот так они объединились. Среди бесконечной череды атак и контратак Фредди и Эмиль искали Фредди, неуловимого барона и его полк. Ибор, Бельгия. Мы уже в Бельгии. Так, они какой-то газ пустили. 22 апреля 1915 года немцы впервые использовали в бою газ. Так. Собачка сможет же это сделать? Да ты же моя умняшка какая! Прям собачка-мумничка! Так, новый дневник что-то. Так. Ну и денек выдался. Сегодня меня дважды спасали от смерти. Сначала солдат-американец, а потом собака. Но теперь я наконец свободен. Перед бомбежкой видел Каро. Надеюсь, он выжил. Попробую его отыскать.
Так, Фредди у нас, говорит, направляюсь в Бельгию. Именно там сейчас стоит этот треклятый полк. Но, по крайней мере, мне предстоит проделать весь этот путь не в одиночку. Я встретил забавного пожилого фермера из Франции по имени Эмиль. Он неразговорчив, но если я правильно понял, то его зять немец. Это просто какое-то безумие. И дня не проходит, чтобы не являлась мне в грезах. Так, чтобы ты не являлась мне в грезах. Кару у нас, говорит, мне удалось отыскать Эмиля. Всего за несколько мгновений до того, как раздался вой снарядов. Надеюсь, он пережил все эти взрывы. Письмо, которое он мне показал, наполнило мое сердце радостью. Смотри, все в порядке. А Виктор потихоньку подрастает, и это самое главное. Так, какой-то у нас... Что это? Сундук надо. Сюда надо какой-то сундук. А, это можно прокопать же. Ух ты! Так, мы, значит, это... Еще вниз. Теперь вверх. Можно, в принципе, перелезть, чтобы вот эту штукенцию взять. Так. Угу. Теперь, ну что, поднимаем. Давай, запрыгивай сюда, и мы тебя спускаем. А, стоп. Нет, я надо сюда. А, я сейчас вниз спущусь. Да ты, собачка, давай. Нажимай. Умничка. Просто молодец, собачка. Ух ты, надо два ящика. Нам надо два ящика. Туда надо как-то перевести два ящика. Ага. Так, куда-то мы этот газ направили. Это, наверное, чтобы у нас собака смогла пройти. Так, мы сейчас разберемся. Сейчас разберемся. А, тихо. Ну-ка, остановись. Теперь вот так. Зачем только мы это делаем? Так, сейчас, значит, нам надо поднять. Так, собачка, давай. Вот это поднимай. Ага. И теперь опускай. И, наверное, теперь надо вот так сделать. Потому что ящик мы не можем перетащить. Вот. Здесь мы починили. Осталось нам вот здесь. Так, ну-ка, подожди, собакен. Ну-ка, что ты у нас тут сделаешь? А, вот ты что. Поняла. Значит, еще раз. Да, блин. Давай. И собачка теперь нам подвинет. Нет, что-то мы... Не то сделали. А, или все правильно. Да куда ты? Так, нам... Опа! Ничего себе, тут все разлетелось. А, мы вот этот взорвали котел с газом. А мы там не померли-то? Ну-ка, штучку, какая-то повязка.
Так, а собачка-то с нами пойдет? Сразу не поняла, для чего рычаг собачки. Все, побежали. Ну-ка, тут ничего нету. У нас прям такие три товарища. Ах ты! Опять нам убегать. А тот зачем через верх-то побежал? Так, пошли сюда. Смотри. Собачка, нам надо с тобой что-то сделать. Так, нам надо быстро что-то сделать. Что-то предпринять. Это вот мы сейчас собаку поднимем. Так. Давай, сюда. И вот так. Теперь, давай, собака. Кость, быстренько. Так. Все, давай. Ну уже. Давай. Да-да. Быстренько. Вставляй, ну, открывай. О. Успели. Надо как перерезать проход-то нам. Так-то мы без тебя ничего не можем, Фредди. Ну, часики. О, все-таки что-то я еще не нашла. Ну ладно. Ой, газ! Копаем, копаем этой ложкой. Да-да-да-да, иду. Так, все живы, никто не нанюхался. Ой, а ты кто такая, мадам? Ух ты! Блин, такой форсаж. Это что еще за дама? Она родилась в Бельгии. В Париж она приехала учиться. Ей почти удалось отыскать пропавшего отца. Судьба была благосклонна. Все они двигались в одну сторону. Но на подходе к Вими их заметил германский отряд. Подождите, а разве германский, а не немецкий, правильно? Опа! Вот у нас, блин, трое водки, не считая собаки. Блин, тебе нам еще и машину управлять? Серьезно? Ничего себе. Прям веселуха тут на машине-то. Это просто нечто. О! Ой-ой-ой! Блин! Тут музыка, прям вот только под такую музыку нам и угонять. Главное, чтобы у нас машина не умерла. Я прям тащусь с музыки. Это старая добрая песенка. Ну, и во многих фильмах она и сериалах везде была. Ой, у нас тут еще и мины, вы серьезно? Так, осторожно. Опа. Главное, чтобы в нас не влетело еще раз, потому что у нас машина, мне кажется, уже дымится от всего этого. Да вы издеваетесь. Да хорош, ну чего вы докопались-то до нас? Мы просто хотим, блин, найти своего... Кого там? Как правильно, взять, не взять? Блин, нет, рано. Да ладно? С самого начала, что ли? Вы прям издеваетесь надо мной? Так главное собаку не потерять, а то ее там штормит из стороны в сторону, блин, бедную. Трое в машине, блин, вместе с собакой. И прям...
тут надо, блин, прям как-то аккуратно. А нет, не с самого начала, слава богу. Все, он увидел. Ёлки-палки! Нам главное не потеряться. Фредди! Нет, 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 только не говори, что ты умер, Фредди. Вот это нас бомбануло. Так она еще медичка, что ли? Эмиль, нам нужна аптечка, да? Так. А, ха-ха-ха. Ясно, значит, нам надо вообще тут по стелсу. Блин, как нам? Подожди, а если собаку отправить? Стоп, у нас же есть собака. Ну-ка, иди, принеси. Угу, все, отлично. Давай, спасибо. Я забыла, что у нас собачка же может. Все может. Так, ой, не то нажимаю. Что-то, блин. Я слишком далеко кинула. Так, надо как-то... А, ну вот же сюда. Я постоянно не туда кидаю. Так. Блин, он сейчас нас спалит. А нет, не спалит. Оп. Я успела. Я успела. Нам, получается, надо в медицинский пункт. Так, здесь ничего нету. Все, заходим сюда. Ага. Ух ты! Ух ты! Понятно, сюда мы не ходим. Ну, получается, надо как-то здесь спрятаться. А собаку они вообще не замечают. Тихо. Собаку они не видят. Иди туда. Так. Подожди, а что нам теперь собака делать? Собака может что-то может нам принести? А, все, вот, поняла. Так, сейчас они пробегут здесь. Так, подожди, пока постоим, лучше подождем. Сейчас они обратно побегут. Давай быстрей. Все, пойдем быстрей. Все. И они сломались, к сожалению. Ой, тут прокопать можно что? А, ну тут ради вот этих фигнюшек. Ладно. Не будем на них отвлекаться. Нам надо достать аптечку для Фредди. Так, там пулеметчик. Опа, сейчас он уйдет. Тихо. Эй, вроде не увидел. Так, опять ждем. Опять ждем, когда он уйдет. Потому что он все равно рано или поздно уходит. Своей поварёшкой он так бьет прям. То есть я ему помогать не собираюсь, да? Так, динамит. Что мы тут можем сделать с динамитом? А, вот. Ага, поняла. Один мы нацепили. Нам надо еще один. Тихо! Блин. Чуть не спалились.
Давай, 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 давай. Так медленно он ходит. Я, конечно, понимаю, что стелс, но, блин, все же. Так, давайте вот это сразу тогда нацепим. Я так понимаю, что мы отсюда сейчас сможем, то есть, сократить путь. Ну-ка, тихо, не рычи. Этот, походу, скопытился. Так, где-то здесь аптечка. Ну-ка. Опа. Что-то там вижу. А, вот, мы можем собачку сюда. Вот что она может принести. Все, пойдем. А там она все, ничего уже, да, не может принести. Хорошо. Давай мне динамит. Я почему-то не могу там взять лекарство. И кинуть нам нечего. Ничего она не может. Так, что ну, какую-то подсказку дают. Нет, это я поняла все. Первый раз дали подсказку. Может быть, сейчас там что-то мы возьмем? Все, может быть. Так, тихо. Не рычи. Не рычи, песик. Давай. Побежали. Побежали, побежали, побежали. Побежали. Ох, успели. Давай. Все. Здесь мы можем идти спокойно. Ого! Вот уж куда мы переместились. Кажется, я поняла, как мы тут сейчас будем проходить. Да, я так и знала, что мы будем вот так проходить с помощью тележки. Потому что тут очень длинный путь, тут не пройдешь просто так. А вот медицинский этот. Так. Да, песик, подожди. Тут надо бы понять, чем мы сможем и как мы сможем тебя опустить. Блин, он только сюда смотрит, что ли? У меня нет ничего, что я могу кинуть, отвлечь. Так, ну-ка. Так. Интересно, тут что мы можем взять? Ага. Но мы никак сюда не можем попасть. Нам надо... Тут дверь. Блин, и я ему прокопать не могу никак это. Ага, и тут ключи. Погоди, как потом тут? Нет, тут надо постелся. Это-то я понимаю. Но опустить я не могу, потому что мне надо взять там рычаг. А там рычаг я не могу взять, потому что здесь стоит вот этот. Не кинуть нечего в него. Вот в чем проблема. Тух, тух, потому что я не успеваю. Вот, например, подбежать ударить, я его не успеваю. Этого он тоже бить не хочет. Там что-то можно сделать. Тут надо что-то сделать. Определенно. Но без собачки я ничего не могу. Хм. Так, это не то. Тогда что нам делать? Интересно.
Собака-то ее посадит, посажу. Больше-то я ничего не могу сделать. Он не отворачивается. Это надо опять сюда собаку. Как-то. Почему? Что нам тут по подсказке? Прокопать. Но... А прокопать-то у меня не получается. Или там как-то все-таки можно пройти? Ага. Не, вот это мешается. Как я его прокопаю? А! Тьфу ты, блин. Нет, подожди, а куда ее тогда? Интересно. А куда мне ее оттащить так, чтобы я смогла? А, он же перелезть может, блин, эту бочку. Точно. Забыла, что он же может перелезть. Вот я вообще тупанула жестко. Ладно. Все, я уже поняла, что надо делать. По башке тебе. Все. Теперь вот мы можем взять. Вот. Я же забыла, что он тут же двигать предметы может. А все думаю, чё, блин, ну как там вот надо же как-то. Сейчас нам собачка ключики принесет. Да, шарик мой, пойдем. Аккуратненько вот так. Пойдем, 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 пойдем. Шарик. Все. Давай. То есть собака им вообще пофигу. На собаку. На самом деле. Они не задаются вопросом, почему тут собака ходит. Вообще, чья это собака. Так, мы какой-то проход открыли. Хорошо. Их тут несколько. Здесь нам определенно нужен рычаг. Ну, давайте сюда зайдем. Ага. Ну-ка. Нет, песик не сможет это принести. А, давай. Так, значит, надо в ту комнату зайти. Хорошо, это очередная головоломка. Как же так успеть? Ну-ка. А я его возьму. О, потащили. Вот что бы я делала без собаки, а? Все, сейчас пройдем. Пошли. Идем тихо, осторожно. Интересно, мы вообще сейчас доберемся до этих медикаментов или нет? Так. Вот здесь где-то, да? Сейчас мы тут долбанем. Не знаю, точно туда надо было стрелять, не туда. Ну, судя
по этой кассе, значит, туда. Барон фон Дорф снова ускользнул, но Эмилю удалось добыть Фредди лекарство. Вскоре они опять тронулись в путь. Отлично. Позже судьба приведет их в Реймс. Там они, наконец, найдут следы барона-невидимки и его цепелина. Так, нам снова на машине угонять. Это они Бельгию рушат, что ли? Или нет? Или мы в другую страну приехали? В Париж, что ли? Ой, опять мы без Фредди, ну... Так. В следующей серии мы будем, может, играть за Фредди. Давайте быстренько дневнички прочитаем. Эти проклятые снаряды едва не сделали все за меня. Но сейчас я как никогда близок к своей цели и ни за что не собираюсь сдаваться. Кажется, их командира зовут фон Дорф. Все остальные, на мой взгляд, лишь пешки, которые он передвигает. Так, что у нас, Гатемиль? Кару жив! Я успел заметить его на цепелине, который летел на юг. Завтра мы с Анной и Фредди продолжим его поиски. Анна нам ничего не говорит у Карла. Этим утром фон Дорф приказал нам захватить в Выборе одного ученого. Военных очень интересуют его исследования. Возможно, их результаты помогут Германии выиграть войну. Судя по всему, этот ученый очень неплохой человек. Хотя больше ничего о нем узнать не получается. Фон Дорф держит его под надежной охраной. Я каждый день думаю о Марии и моем маленьком Викторе. Мы с ними не виделись уже целых 8 месяцев. Как же мне их не хватает. Да, интересный сюжет. Очень интересный. И очень круто, что тут можно разными персонажами управлять. Мне интересно, нам дадут за Анну поиграть? Может быть и дадут. Было бы прикольно. Собачка очень помогает. На самом деле, без собаки тут вообще делать нечего. И загадки есть. Немножко вот такие уже посложнее идут. Но вот если бы я не протупила, не забыла, что он бочки-то все умеет передвигать и можно перелезть, то все было бы быстрее. Тогда давайте на этом закончим. В следующей серии будем играть опять за Фредди, за этого американского терминатора в Великой войне. Это Первая мировая, вроде как. Давайте, ребятки, на этом заканчиваем. Не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять комментарии. Конечно же, нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших событий на канале. И вступайте в группу. Все ссылочки в описании. На этом все. Всем спасибо. Всех люблю. Пока-пока.